с вами находимся в самом популярном, в самом светлом месте в Балканах. Это монастырь, называется Остров Скальный монастырь. Сюда приезжают для того, чтобы поклониться чудотворным мощам основателя этого монастыря Василия Острожского. Дорогие гости, мы с вами находимся в городе Подгорице, в большом красивом храме, посвященном Воскресению Христову. Это соборный храм, самый большой храм в Черногории и самый красивый храм в Черногории.